Привет, друзья! Думаю, вы согласитесь со мной, что пенальти – одна из лучших составляющих футбола. В этот момент все напряжение и интрига игры сводятся к одному удару по мячу. Но бывает еще и так, когда не столько ждешь профессионального удара, сколько забавного момента и неудачной попытки при выполнении 11-метрового. Именно это произошло в турецкой низшей лиге в январе 2017 года. Газиантеп Буюкшехир пропустил один из самых комичных мячей всех времен. Голкипер отбил 11-метровый, но так радовался этому сейву со своим одноклубником, что выронил мяч, который через несколько секунд оказался в сетке ворот. Что уж тут сказать, победитель по жизни. Этот же момент лишь косвенно связан с пенальти. Почему косвенно? Сейчас вы все узнаете. В чемпионате Бразилии появился претендент на статус одного из самых забавных пенальти года, да еще и конкурент на Оскар. 31-летний нападающий Сантоса Мариньо помог заработать своей команде 11-метровый, подключив невероятные навыки актерства и каскадерства. Да, его колено было задето, но вы посмотрите на этот кувырок в полете. А вот еще один момент из Бразилии. В одном из матчей нападающий решил поиграть на нервах голкипера и зрителей. Он настолько долго готовился к удару, а затем так медленно подходил к мячу, что подвел сам себя. И в итоге, естественно, промазал. Тем временем в Катаре на 10-м Кубке Арабских Наций зрители получили свою долю шоу. Оман выиграл у Ирака со счетом 1-0, однако в добавочное время арбитр назначил пенальти в ворота Омана. К отметке подошел Аймен Хусейн, но, увы, голкипер отбил мяч. Только на этом все не закончилось. Арбитр не засчитал пенальти, так как вратарь рано вышел из ворот, поэтому был назначен повторный удар. Хусейн снова хотел взять на себя ответственность, и как раз тут начался экшен. На поле выскочил главный тренер Ирака Желко Петрович, который не хотел, чтобы Хусейн снова бил. Видимо, этот тренер ошибок своих подопечных не прощает. В итоге он назначил пробивать 11-метровый Хасана Абдулкарима. И он не прогадал. Абдулкарим забил гол и помог Ираку сыграть в ничью. В ноябре 2020-го в первом дивизионе Мальты случился свой курьезный случай. Там во время встречи двух местных команд на 62-й минуте был назначен пенальти, которого зрители так и не увидели. Как только игрок нанес удар, на стадионе выключился свет. Как оказалось, отключение электричества произошло в нескольких частях Мальты, тем самым сорвав несколько матчей национальных лиг. Друзья, а какие курьезные моменты во время пенальти помните вы? Напишите в комментариях. А на этом у меня все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Пока!